Вот смотрите, вся, вся наша нация в панике. Ну, будут говорить такое слово, я заберу нехорошее, мандраже. Вот, там сдали, тут сдали. Послушайте, я вот вам хочу напомнить всем одну вещь. Пойти в армию или жениться? Он говорит, сынок, если женишься, считай, что пропало. А если пойдешь в армию, то у тебя два путя будет. Либо тебя убьют, либо вернешься живой. Если живой вернешься, считай, что пропало. А если убьют, у тебя два путя будет. Похоронят тебя либо под сосенкой, либо под березкой. Если под березкой, считай, пропало. А если под сосенкой, у тебя два путя будет. Пойдешь, говорит, либо на карандаши, либо на бумагу. Если на карандаши, считай, пропало. А если на бумагу, то у тебя либо пища, либо туалет. Если пища, считай, что пропало. А если туалетную, то у тебя два путя. Пойдешь, либо мужской туалет. Если мужской, считай, что пропало. А если женский, то у тебя два путя. Будет тобой пользоваться либо спереду, либо сзаду. Если сзаду, считай, пропало. А если спереду, считай, что женился. Это у тебя два путя было. Два путя.